Нашему дому в Зорино больше 150 лет. Еще строил его прапрапрадед. Занимались огородом, теплицей. У нас очень большая теплица. Было очень хорошо. Тяжеловато вспоминать, но к нам пришла война. Приехали с Украины сюда, в Гливицу, в Польшу. Мы начали искать жилье, потому что мы три пенсионера. Поэтому, слава богу, что есть такая организация, как ваша, которая помогает. И нам помогли приобрести дом. Зашли, во-первых, это было похоже на наш дом. Здесь был ремонт. Нам очень понравилось. Тут у нас есть все, что нужно для жизни. У нас все есть. Потому что у нас здесь есть и кухня, и спальня, новая мебель, новые кровати. Мы здесь, ну, почти что как в раю. Моя хата, рідна хата, очі мамини вікні,